Хочешь? Шахматную партию Богдан Сердюк разыгрывает в родном Буратино. Детки-садик знаком ему с яслей. Здесь все привычно, но Богдану не терпится поскорее оказаться в новом детском саду. Очень хочется поиграть там. Я жду этого. Там еще мои друзья, некоторые пойдут. Этому зданию уже 36 лет. Буратино – один из трех дошкольных учреждений, дети которых пойдут в Ладушки. Нам, родителям, интересно, конечно, что уже более современный детский сад, бассейн в детском саду. Зарядки начали день защиты детей, воспитанники нового детского сада. В каждой комнате для них новые игрушки и оборудование, предназначенные в том числе для особенных ребят. Бассейн уже завтра наполнится детским смехом. Мы завершаем эпоху старых, ветхих, аварийных, деревянных детских садов. И все у нас ребята начинают заниматься уже вот в таких прекрасных, замечательных, современных условиях. Приветствуем вас сегодня на этом празднике. Ладушки Муравленко стал одним из 19 детских садов, которые в День защиты детей открыли по всей стране. Пока взрослые разговаривают по видеосвязи, дети старательно разрисовывают пряничные ладошки. Открытие любого детского сада – значимое событие в жизни конкретных людей. Конкретного ребенка, его родителей, педагогов, которым создаются условия более благоприятные для этой работы. Поэтому я бы предложила, сколько бы их садов этих не открывалось, чтобы отношение было именно такое. Каждый раз это праздник, праздник детства. В новый садик «Ладушки» сегодня пошли 113 ребят. Всего же учреждение рассчитано на 230 мест. Я в первом лазом это садики, и мне понравилось в этом садике, потому что там много-много игрушек, и мне они очень нравятся. Что тут очень классно, здорово и очень сильно красиво. Строительство детских садов на Ямале ведется по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. За последние 5 лет в округе открыто 27 новых дошкольных учреждений. Анна Селезнева, Роман Лузанов, «Время Ямала», Муравленко.